Давно ли добыта первая тонна тюменской нефти? Одна из лондонских газет 10 лет назад писала: «Тюменские большевики называют огромные цифры добычи нефти на 75-й год. Посмотрим, смогут ли они добыть даже 20 миллионов тонн». 6 июня 78 года добыта миллиардная тонна тюменской нефти. Среди победителей соревнования за право выдать юбилейную тонну — бригада, в которой работают коммунисты Василий Воловодин и Василий Сидорейко. За 5 месяцев бригада выполнила 10-месячное задание, пробурив новые скважины, которые дали нефть в счет первого тюменского миллиарда. Миллиард. Для достижения этого рубежа понадобилось 14 лет. В мировой практике столь небывалые темпы достигнуты впервые. То, что сделано, то, что делается в этом суровом крае, это настоящий подвиг. Так оценил успехи сибиряков Леонид Ильич Брежнев.